А перед началом обзора я показываю комментарии самых активных подписчиков из предыдущего видосика. Это Zen at Home, Patimaker TV и Пиксель Дима. Респект вам, пацаны. Ребят, гоу лайк, если ждете сталкер и вообще любите эту тематику. Если лайков будет много, то еще чаще будем делать такие форматы. И всем приятного просмотра. От этого зависит наше будущее. Привет, интернет, с вами Илья, и это новости и анонсы на канале Игры День. Разработчики мобильных игр продолжают размышлять на тему действий в Чернобыле и, грубо говоря, пилят новые игрушки, которые очень сильно похожи на старый добрый сталкер. Да-да, все мы безумно хотели бы поиграть в оригинал, но пока довольствуемся тем, что имеется. Сегодняшний выпуск я посвящаю игрушке Radiation City. Игра, сразу говорю, пока только доступна для яблок, и мы все безумно ждем релиз под Android. В игре мы отправляемся в кропотливо воссозданный город Припять через 40 лет после катастрофы. Здесь мы раскрываем все тайны этого загадочного места, чтобы узнать правду и спасти свою любимую. Нас ждет огромный открытый мир, кишащий опасностями и различными аномалиями. Голодные хищники и человекоподобные существа ждут нашего мяса. Но мы тоже не такие простые, поэтому не тут и было, будем гасить их всех. Игрушка выглядит очень даже заманчиво, так что если у вас есть яблоко, то стоит, думаю, попробовать. Как только релиз под Android появится, я тоже сразу же вам сообщу, сниму видосик, поэтому вы все будете в теме. Ну и гоу лайки, у нас такой опять мини-видосик получился, я надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, и тогда вы будете в курсе всех новостей из мира игровой мобильной индустрии. Ну а у микрофона был, как всегда, Илья, всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.